К другим темам. Топливно-энергетический комплекс Башкортостана занимает почти половину в общей доли отгруженной продукции республики. По итогам прошлого года 47%. Рост производства практически во всех отраслях. Индекс колеблется от 101 до 105%. Тенденция сохраняется и в этом году. Об этом нашему телеканалу сообщил министр промышленности и инновационной политики республики. По итогам первого квартала рост темпов производства отмечен и в добыче полезных ископаемых с индексом 102,1%, и в химическом производстве, вот здесь индекс у нас 108,4%, и в производстве электроэнергии. Правда, вот по итогам первого квартала в нефтепереработке у нас отмечается незначительное снижение, индекс составил 98,1, но я надеюсь, что по концу года мы этот показатель вместе с нефтяниками исправим. Актуальные проблемы отрасли обсудят участники российского нефтегазохимического форума, который пройдет 22 и 25 в Уфе параллельно с международной выставкой «Газ-нефтехнологии». Организаторы событий – правительство Башкортостана, Министерство промышленности и инновационной политики республики, Башкирская выставочная компания, информационный партнер телеканал РБК Уфа.